Доброе утро, привет! Как у вас дела сегодня? Итак, давайте продолжим. Let's continue. Следующая фраза у нас фраза номер 741. 741. And it is у нас не курят. У нас не курят. Курят. У нас не курят. У нас не курят. Что это значит? No, not we don't smoke. Что значит у нас не курят? Нет. No. У нас не курят. Пишите в чате, кто знает. У нас не курят. We don't have cigarettes. Нет. У нас не курят. У нас не курят. It's, for example, you are at a restaurant or at a cafe or, I don't know, at a hotel. And, you want to smoke, but a waiter or someone who works there can tell you, у нас не курят. It is not allowed to smoke here. У нас не курят. So at our here, at this place, at our place, it is not allowed to smoke. У нас не курят. So if you will hear this phrase, you shouldn't smoke. It is not allowed to smoke here. Правильно. Basically, yeah, this is what it means. У нас не курят. Хорошо. Идем дальше. Вы курите? Вы курите? Вы курите? Что это значит? Вы курите? Вы курите? Do you smoke? Правильно. It's formal or plural. Вы курите? Хорошо. Следующая фраза. Посторонним вход воспрещен. Давайте напишем. Посторонним. Another very important phrase. Посторонним. Посторонним. Вход, вход, посторонним вход воспрещен. 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 Посторонним вход воспрещен. Что это значит? Посторонним вход воспрещен. Not unauthorized entry. Mm-hmm. So, посторонним вход воспрещен, an entry only for employees, например, да, people that work there. So, посторонним вход воспрещен, for other people, the access, the entry is forbidden, да? Да, хорошо, идем дальше. Мне нужна ваша помощь. Мне нужна ваша помощь. Ваша помощь. Помощь. Мне нужна ваша помощь. Мне нужна ваша помощь. I need your help. Молодцы. Мне нужна ваша помощь. I need your help. Or another phrase. Мне нужен врач. Мне нужен врач. Врач. Мне нужен врач. Мне нужен врач. I need a doctor. Правильно. Вызовите скорую. 46. Вызовите скорую. Скорую. Вызовите скорую. Вызовите скорую. Вызовите скорую. Call an ambulance. Правильно. Вызовите скорую. Call an ambulance. Произошел несчастный случай. Давайте напишем. Произошел несчастный случай. Несчастный случай.
случай. Произошел несчастный случай. Произошел несчастный случай. There has been an accident. Молодец, правильно. Произошел несчастный случай. Something, an accident happened. Произошел несчастный случай. Хорошо. Следующая фраза. Yes, there has been an accident. Молодцы. An accident happened. Да. Я порезался. Я порезался. 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 Я порезался is masculine. If you're a woman, you will say порезалась. Порезалась. This is feminine. Порезалась. Я порезался. Я порезалась. Я порезался. Я порезалась. Да? I cut myself. Да? I cut myself. Я порезался. Я порезался. Я порезалась. So masculine я порезался. Feminine я порезалась. Дальше. Я обжегся. Я обжегся. Так, нет. Я обжегся. Обжегся. Я обжегся. Я обжегся. Or feminine. Обожглась. Глась. Я обожглась. This is feminine. Я обожглась. Я обжегся. Я обожглась. Да. I've burnt myself. Да? Я обжегся, я обожглась. Да? Я порезалась, I cut myself, or я обжегся, I burned myself. Я порезался, я обжегся. Masculine, feminine, я порезалась, я обожглась. I burned myself. Хорошо, идем дальше. Я сломала ноготь. Я сломала, this is feminine. Сломала ноготь. Ноготь. Я сломала ноготь. I broke my leg. Нет. Nail. Nail. Я сломала ноготь. I broke my nail. Я сломала ноготь. Хорошо. Окей. Or я повредил ногу. 51. Я повредил, masculine, feminine will be with a, повредила ногу. Я повредил or повредила ногу. Что это значит? Я повредил or повредила ногу. It's not to break. What is this? I injured. Правильно. I injured my leg. Я повредил ногу. Or feminine. Я повредила ногу. Хорошо. Or я повредил руку. Я повредил. Deal. Повредил. Masculine. Feminine. Повредила. Руку. Руку. Я повредил руку. Or я повредила руку. Yes, I injured my hand. Я повредил or feminine. Повредила руку. Идем дальше. Я повредил голову. Я повредил. Повредил голову. Голову. So this is masculine, feminine with a, повредила. Я повредил or повредила голову. I injured my head. Правильно. Повредил. Окей. Следующее предложение. Вызовите полицию. 53. Вызовите полицию. Давайте напишем. Вызовите полицию. Полицию. Вызовите полицию.
Вызовите полицию. Call the police. Правильно. Мою машину угнали. Мою машину угнали. Угнали. Мою машину угнали. Мою машину угнали. Yes, so my car was stolen. Правильно, мою машину угнали. Угнать is to steal a car. Мою машину угнали. Следующее предложение. Кто-то украл мой кошелек. Кто-то украл мой кошелек. Кошелек. Кто-то украл мой кошелек. Кто-то украл мой кошелек. Кто-то украл мой кошелек. Someone stole my wallet. Да, кошелек is wallet. Кошелек is wallet. Только что украли мою сумку. Только что украли мою, только что украли мою сумку. Только что украли мою сумку. Напишем сумку. Только что украли мою сумку. Только что украли мою сумку. Someone has stolen my handbag. Just, да, только что. It just happened. Только что. Someone just... just now stole... Да, just. Только что украли мою сумку. Stolen my handbag. My bag, да. Or a bag. Not necessary handbag. Сумка can be a big bag too. Только что украли мою сумку. Окей. Мой ноутбук украли, когда я вышел. 157. Мой ноутбук украли. Когда я вышел. Мой ноутбук украли, когда я вышел. So my laptop was stolen after I left. I was at the bathroom, for example. Я вышел. I was somewhere. Я вышел. Мой ноутбук украли, когда я вышел. Да. Хорошо. Меня ограбили. Меня ограбили. Били. Ограбили. Меня ограбили. I was robbed, I was mugged, да? Меня ограбили. Or на меня напали. На меня напали. Напали. На меня напали. I was attacked. Правильно. На меня напали. I was attacked. Хорошо. Идем дальше. Следующая фраза. The next phrase is. Смотрите, там пожар. Смотрите. Там
Пожар. Пожар. Смотрите, там пожар. Look, there is fire. Да? Смотрите, там пожар. Look, there is fire. Вызовите пожарных. Вызовите пожарных. Пожарных. Вызовите пожарных. Вызовите пожарных. Вызовите пожарных. Call the firefighters. Да. Вызовите пожарных. Вызовите пожарных. Call the firefighters. Вызовите пожарных. Хорошо. Or смотрите, там дым. 62. Смотрите. Там дым. Дым. Смотрите, там дым. Так. Хорошо. Look, there is a smoke. Правильно. Следующая фраза. Это здание очень высокое. Это здание очень высокое. Очень высокое. Высокое. Это здание очень высокое. Это здание очень высокое. This building is very high. Правильно. Tall. High. Да, high. Хорошо. Я заблудился. Я заблудился. 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 Я заблудился. Yes, I'm lost. Feminine will be заблудилась. Заблудилась. Я заблудилась. Feminine. Я заблудился. Masculine. Я заблудилась. Feminine. Я заблудился. Я заблудилась. Хорошо. Мы, кажется, заблудились. Мы, кажется, заблудились. 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 Мы, кажется, заблудились. It seems that we are lost. Мы, кажется, заблудились. I think we are lost. Basically, this is what it means. I think we are lost. Or it appears we are lost. It seems we are lost. Мы, кажется, заблудились. Как нам найти дорогу домой? Как нам найти дорогу домой? Домой. Как нам найти дорогу домой? 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 How can we find our way back home? Молодцы, молодец, Лили, правильно, Хидяки, Саша, Райан, Рут, молодцы. Как нам найти дорогу домой? Or я не могу найти дорогу домой. Я не могу найти дорогу домой. Домой. Я не могу найти дорогу домой. Я не могу найти дорогу домой.
Я не могу найти дорогу домой. I can't find the road, the way home. I can't find the way home. Я не могу найти дорогу домой. Окей. Хорошо. Где мои ключи? Где мои ключи? Ключи. Где мои ключи? Где мои ключи? Где мои ключи? Where are my keys? Правильно. Дальше. Где мой паспорт? Где мой паспорт? Паспорт. Где мой паспорт? Где мой паспорт? Where is my passport? Правильно. Хорошо. Окей. That's all for this lesson. Увидимся с вами вечером. See you in the evening for our next class from our one-year Russian language course. You can find it here on YouTube, on my channel, and it's completely free. Спасибо большое. Целую вас. Чмоки-чмоки. Муа.